Дорогие друзья, добрый день! Высшая школа экономики рада приветствовать вас на вебинаре, который посвящен Олимпиаде «Я профессионал» по направлению рекламы и связи с общественностью. Давайте для начала проверим наше техническое оборудование сегодняшнее. Напишите в чат, хорошо ли видно, хорошо ли слышно, не зависает ли интернет, не отстает ли звук от изображения. Все видно и слышно. Замечательно. Начну я с небольшой презентации, расскажу, что же такое Высшая школа экономики. Высшая школа экономики – это один из лучших университетов России, кампусы которого расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. А в Вышке существуют 72 образовательные программы бакалавриата и 151 магистерская программа. На 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год Вышке предоставлено около 3000 учебных мест в магистратуре. А кроме того, в Вышке есть 14 аспирантских школ, которые предоставляют 340 бюджетных мест. А также немаловажным плюсом нашего университета является то, что Вышка предоставляет общежитие абсолютно для всех иногородних студентов. А сегодняшний наш вебинар посвящен Олимпиаде «Я профессионал» по направлению рекламы и связи с общественностью. А сразу хочу попросить вас, чтобы все ваши вопросы вы задавали в разделе «Вопросы», а чат мы оставим для вашего личного общения, для каких-то там, может, уточняющих друг у друга вы хотели бы задать вопросы. И об этой Олимпиаде вам сегодня подробнее расскажет Ольга Валентиновна, заместитель декана факультета коммуникации, медиа и дизайна, и Олег Николаевич, доцент факультета и руководитель программы интегрированной коммуникации. Спасибо большое за представление. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, друзья. Да, уже, наверное, добрый вечер. Все после рабочего дня, и мы с вами сегодня немножко погрузимся в сферу «Я профессионал» Всероссийскую студенческую олимпиаду по направлению рекламы и связи с общественностью. Ну вот, не, я все-таки возьму на себя смелость представить человека на магистерскую программу, магистерская программа которого из года в год пользуется огромной популярностью у студентов, не только российских студентов, но и из стран самого-самого дальнего зарубежья. Это Олег Николаевич Каширский, является академическим руководителем магистерской программы интегрированной коммуникации. Сама эта программа реализуется на департаменте интегрированных коммуникаций, ну и программа называется «Высшая топ интегрированные коммуникации». Я являюсь заместителем декана факультета коммуникации, медиа и дизайна и являюсь также доцентом департамента интегрированных коммуникаций. Итак, я профессионал, студенческая олимпиада по направлению рекламы и связи с общественностью. Для нас это новый такой опыт, большая честь, да, большой вызов. Мы тоже немного волнуемся, поскольку являемся организаторами, очень серьезного масштабного олимпиадного состязания. Надеюсь, что вам понравится участвовать в этом состязании, а главное, что вы получите дополнительные знания, навыки по мере прохождения испытаний. По крайней мере, мы на это рассчитывали, когда готовили... Мы сами их получили во время подготовки. Да, получили во время подготовки, ну, по крайней мере, задание отборочного этапа. По мере нашего такого рассказа мы очень просим вас задавать нам вопросы, постараемся на все эти вопросы ответить, ну и какие-то общие вещи, такие установочные, нам хотелось бы до вас довести. Очень часто задается вопрос,
вот Олимпиада «Я профессионал» и та Олимпиада, которую из года в год Высшая школа экономики проводила по нашему направлению интегрированной коммуникации, магистерская Олимпиада, это заменяющие Олимпиады, разные Олимпиады, будет ли еще одна Олимпиада, нет. Значит, в этом с этого года Олимпиада «Я профессионал» по направлению рекламы связи с общественностью является такой очень качественной заменой. Мы гордимся этой заменой Олимпиады, магистерской Олимпиады по интегрированным коммуникациям. Гордимся, объясню, почему наша Олимпиада по направлению рекламы связи с общественностью на сегодняшний день объединяет очень интересных, замечательных соорганизаторов. Это ведущие вузы-соорганизаторы, ведущие вузы по подготовке студентов бакалавриата и студентов магистратуры по коммуникационному направлению. Мне очень приятно представить такие вузы, как Воронежский государственный технический университет, Тобольский государственный технический университет, Башкирский государственный университет, Казанский университет, Сибирский государственный университет науки и технологий имени Шепнова и Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Это вузы, где по признанию национальной премии в сфере развития связи с общественностью «Серебряный лучник» считается как программу, ведущую очень качественную подготовку выпускников, подготовку студентов, выпускники этих программ, они востребованы работодателями. Кроме вузов-соорганизаторов, у нас в состав нашего комитета, в состав методической комиссии и жюри также входят, и мы за это очень благодарны, наши работодатели, наши партнеры. Это группа Advanced Progression, коммуникационная группа DENSU. Это, естественно, компания развития общественных связей. И что тоже для нас очень важно, что объединяет наш такой дружный коллектив представители профессиональных ассоциаций. Это ассоциация компаний-консультантов в области связи с общественностью, это национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный лучник», ну и, конечно, Российская ассоциация РАСО и связи с общественностью. Ну, я попрошу Олега Николаевича, как нашего главного идеолога Олимпиады, может быть, немножко прокомментировать, чтобы текст не был, наш разговор не был монологичным, прокомментировать, что все-таки вот он как руководитель образовательной программы, ведущий образовательной программы, какими знаниями и навыками, какие знания и навыки хотел бы получить в эту часть. Спасибо, Дима. Очень приятно быть главным идеологом такой олимпиады, такого участия. Это уникальное событие в жизни нашего департамента, в жизни университета, в жизни программы. Уверяю вас, мы все преисполнены важностью момента и отдаем себе отчет и со всей ответственностью относимся к консультации и взаимодействию с нашими абитуриентами, с сегодняшними студентами и так далее. А что касается материалов, которые вам могут пригодиться для того, чтобы успешно решить те задачи, которые вы встретите в олимпиадных заданиях. Ольга Валентиновна уже упомянула, и это прозвучало на первом слайде и так далее, что направление, по которому мы реализовываем направление образовательное,
это реклама и связь с общественностью. Как реклама, так и связь с общественностью принадлежат более широкому спектру области знаний, которое мы называем коммуникативистикой. Вот данный слайд и предыдущий слайд, собственно, и последующие частично, они будут вам об этом напоминать. Коммуникативистика – это модель познания, область познания, которая, безусловно, вам встречалась, так, не знаю, на бытовом уровне, на образовательном уровне, вы неоднократно контактировали с этим термином, она обладает своей историей. Историей подходов, историей учений. Это касается теории, это касается методов, это касается способов определения автономии и границ самой дисциплинарной области. Я сейчас боюсь показаться сложным. Наше задание проще, возможно, чем то, что я сейчас пытаюсь до вас донести. Возможно, я очень на это надеюсь. Да, я не хочу никого напугать, но я хочу просто, чтобы ребята поняли всю серьезность этого момента и о качестве той программы, на которую вы претендуете. Потому что мы несем, очень гордо несем звание одной из популярных программ сегодня, и департамента в частности, очень горды этим и намереваемся в дальнейшем это высокое качество сохранить. Еще раз, возвращаясь теперь к конкретным заданиям. Как я уже сказал, литература, которая имеет отношение к этим заданиям, может быть вами подчеркнута из самого широкого спектра. Как монографии, так и учебных пособий по, ну, скажем, пиар, связи с общественностью, рекламе в частности, потому что реклама как таковая включает в себя, ну, довольно большое число понимания отдельных рекламных стратегий, инструментов и так далее. А совсем с, как бы, попыткой спровоцировать вас на те знания, которые термины, только что мы перечисленные, требуют, а будут обладать наглядные знания. Они будут включать как раз знания об основных теоретических основах там, рекламы. Что такое реклама? Какая бывает реклама? А какие бывают связи с общественностью? Какие знания требуются от профессионалов, условно, специалистов по связи с общественностью в той или другой ситуации? Это могут быть задания терминологические, это могут быть задания ситуативные. Но все эти задания сегодня можно прочитать в литературе. Еще раз говорю, литература, это, она может быть учебно-методического свойства. Обратите внимание на все ваши библиотеки, имеющиеся ваши университетские библиотеки, учебно-методические пособия по рекламе связи с общественностью. Их в значительной степени должно хватить для того, чтобы вы успешно справились с заданиями. Это литература по коммуникационным теориям в том числе. Вот так эксклюзивно или эксплицитно это может быть эти коммуникационные теории, они могут не прозвучать в этих учебно-методических пособиях, про которые я только что говорил, но они, безусловно, прозвучат в книгах о коммуникации или про коммуникации, о теории коммуникации. Ну, я сейчас не буду упоминать всех авторов, которые, допустим, там сегодня сильно известный Кастерс или сегодня сильно известный Маклюи и прочие теоретики коммуникации, которые охотно нами использовались в формулировании наших олимпиадных заданий. Таким образом, вы видите, что неразрешимых проблем в олимпиадных заданиях для вас не будет. Все это вполне реализуемо и постижимо, если вы обратитесь к сегодняшней литературе, которая под кодовым названием «Теория коммуникации», учебно-методическая и монографическая литература по пиару в связи с общественностью, в большом количестве представлена в наших сегодняшних библиотеках и магазинах. Но это вот пока как можно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Но немножко вернемся от подготовительной части к организационной по Олимпиаде. Я хотела напомнить, что мы реализуем две, по сути, Олимпиады, две отдельные Олимпиады. Одна Олимпиада для студентов 3-4 курса бакалавриата, другая Олимпиада для студентов 1-2 курса магистратуры. Соответственно, ребята, обращаю ваше внимание, что и задания будут отличаться у магистрантов и студентов бакалавриата.
задавался вопрос, есть ли какие-то возможности миновать отборочный этап. Да, наша Олимпиада, она двухэтапная, как и для всех Олимпиад в рамках «Я профессионал». Первый этап – он отборочный, онлайн-этап. И второй этап, на который выходят ребята, получившие наибольшее количество баллов, топ-списка, он очень этап. Мы решили в методической комиссии, что есть возможность прохождения первого этапа, заочного этапа. Если до этого участник прошел несколько очень важных онлайн-курсов, двух онлайн-курсов, и вот это прохождение, успешное освоение этих онлайн-курсов по коммуникационным дисциплинам, может подтвердить сертификатами с оценками «хорошо» и «отлично». Эти сертификаты, напоминаю, нужно обязательно представить на личном кабинете до конца регистрации на отборочный этап, поскольку именно это уже такую обязанность на себя должен брать сам участник, постараться вовремя представить, поскольку это такая возможность миновать достаточно сложный отборочный этап и сразу же приступить в январе к написанию прохождения заключительного этапа. Перед вами онлайн-курсы, любые два из представленных онлайн-курсов с оценками «хорошо» и «отлично» являются таким пропуском на заключительный этап состязания. Хотим предупредить, что регистрация на Олимпиаду, и это уже тот самый дедлайн, это 10 декабря в 13:00. Почему 10 декабря? Поскольку это последняя дата, когда будут проходить отборочные состязания по Олимпиаде «Я профессионал». Время указано московское с учетом разного времени, разного местонахождения наших участников. Сейчас перед вами расписание состязания. Обращаю ваше внимание, это расписание действует только по направлению рекламы, связь с общественностью. Для каждого направления Олимпиады есть свое расписание. Вы с ним можете познакомиться на сайте «Олимпиады. Я профессионал». С учетом большого количества зарегистрированных уже на сегодняшний день участников, потенциальных участников Олимпиады, мы имеется в виду методическая комиссия, наш оргкомитет, решили для ребят специально выделить четыре возможного времени, когда удобно будет пройти потенциальному участнику отборочный этап по нашему направлению. И обращаю ваше внимание, специально предусмотрены суббота и воскресенье, это выходные дни, поэтому мы надеемся, что каждый из вас, кто желает попробовать свои силы, протестировать себя на Олимпиаде, сможет найти время в выходные дни и пройти Олимпиаду. По-моему, время очень, очень удобно и комфортно. Задаются вопросы, также задавались вопросы. Вот есть несколько дней, по сути, есть 4 времени, то есть 4 раза, когда можно приступить к выполнению олимпиадных заданий. Но это 4 времени на выбор для участника. Участник может приступить к выполнению олимпиадного задания только один раз. Только один раз откроется в его личном кабинете возможность, чтобы приступить к отборочному этапу.
Ну, а теперь, наверное, несколько слов про задание, про структуру задания и отборочного этапа. Методическая комиссия по нашему направлению предусмотрела возможность такого онлайн-тестирования с одним вопросом, который это творческий вопрос, который будет требовать от участника вдумчивого ответа. Это открытый вопрос, где нужно дать аргументированный ответ. Ограничением по ответу является количество знаков. Все требования и возможность протестировать себя по этому открытому вопросу вы можете увидеть в демоверсии. Но если говорить о структуре задания, то хотя мы и называем, что эти вопросы тестовые, на самом деле каждый из вопросов, он практикоориентированный. И я надеюсь, что те, которые сейчас участвуют с нами в вебинаре, мы уже посмотрели демоверсию, и вы могли как раз убедиться в этой практикоориентированности. Да, там есть вопросы, связанные с наукой коммуникации, с новыми теоретическими подходами к изучению коммуникации. Но если подразделить на какие-то большие области, предметные области, которые задействованы, по которым были данные вопросы, то мы можем с вами выделить R-Digital. Без этого направления сегодня нельзя, не мыслим современным специалистом сферы коммуникаций. Это пиар, связь с общественностью, это рекламная коммуникация, это маркетинговая коммуникация, это GR. Вот, без чего тоже невозможно современному специалисту сферы коммуникации, это без понимания правовых основ своей деятельности. Поэтому часть вопросов касается основных основ правового регулирования сферы рекламы, связи с общественностью. Это что касается предметной области. Ну, вы можете увидеть на слайде структуру заданий. И я вас призываю, когда вы получите доступ к выполнению заданий, обращайте внимание на то, что от вас спрашивается. Если есть задание с тестовыми вопросами, с одним правильным вариантом ответа, выбирайте один правильный ответ, поскольку именно один правильный он заложен в основе. Даже если вам кажется, что их несколько, значит, из этих нескольких постарайтесь выбрать самый-самый, на ваш взгляд, удачный ответ. Соответственно, то же самое правило будет действовать с вопросами, требующими несколько правильных вариантов ответа. Здесь уже сложнее. Эти вопросы больше весят, поскольку от участника будет требоваться выбрать все правильные ответы. Если вы один из них неправильно определите, то все остальные, выбор всех остальных ответов он не будет учитывать. Этот вопрос, к сожалению, не будет вам защитен. Задание, тип задания, вставить термин, вставить какое-то слово, ну, в первую очередь связанное с терминологией сферы коммуникации. Вопросы интересные, я думаю, для вас как раз этот раздел не составит труда. И последний тип будет вам даны утверждение, с которым вы должны будете либо согласиться, соответственно, поставить «да», либо
не согласиться, выбрать опцию «нет». Это виды заданий для бакалавриата. Бакалавриат у нас предполагает от 24 вопроса. Для магистратуры практически похожая схема, с тем исключением, что еще дается еще один тип вопросов включается, это вопросы на соотнесение. Например, нужно соотнести какие-то события имена или какие-то концепты с их авторами. Это тоже тестовый вопрос, они также увлекательны. По магистратуре от участника требуется прохождение 20 вопросов. И также по магистратуре есть один открытый вопрос. Он вроде также формулируется, это открытый вопрос, где необходимо дать краткое аргументированное обоснование, ограничение по знакам, ограничение составляет 600 знаков. Ну, вот мы уже, по-моему, получаем первые вопросы. Говорят, что плохо нас слышно. Сейчас, Анастасия, лучше слышно? Может быть, мы будем громче говорить? Значит, первый вопрос, который мы получили, где можно почитать или узнать о современных пиар-агентствах и их особенностях. Были ли вопросы про них, были вопросы о них в демонстрационном варианте? Ну, дорогие мои, значит, эти вопросы, это вопрос от бакалавриата, я надеюсь. Основные пиар-агентства, я думаю, что у вас они должны быть на слуху. Вы изучаете в курсах организации работы public relations, вы изучаете основные коммуникационные агентства, также вы проходите практику, можете проходить практику в этих коммуникационных агентствах. И потом такое огромное пространство, как интернет, дает возможность получить основные знания. Насколько я правильно понимаю вопрос, у нас есть пятое задание, разве связано с... Там, вероятно, один вопрос был о современных пиар-агентствах. Но, смотрите, Катя, дело в том, что мы рассчитываем, что наши абитуриенты, вообще студенты, которые интересуются коммуникацией, любые студенты, студенты любого направления, кстати, любого профиля, который интересуется коммуникациями, потому что формально вход такой пиар вообще никому не запрещен, естественно, люди заниматься могут чем угодно. Они живут коммуникациями, да, они... Но ищут те знания, которые сегодня характеризуют современную пиар-деятельность, соответственно, все это часто сопровождается просто определенными именами и событиями. Трудно назвать на сегодняшний день один-единственный источник, который будет нести эксклюзивную и уникальную информацию о работе каких-то современных пиар-агентств. Скорее, это ваш постоянный интерес или способ расширить свой кругозор с помощью чтения, значит, отслеживания каких-то интересные события, связанные с такими агентствами и так далее. То есть, вот, допустим, моя, ну, не знаю, только, не только, наверное, моя лента в Фейсбуке, она там регулярно мне сообщает про эти агентства. Мой такой совет, знаете, выйдите на ленту, значит, человека, который, с вашей точки зрения, мог бы быть, ну, действительно вовлеченным в современную пиар-деятельность, и посмотрите просто по ивентам, которые сопровождают его жизнь. Это что касается, просто мы берем это все из публичного пространства. Коммуникация – это публичное пространство. Ну вот здесь был вопрос Алены, может ли она участвовать в Олимпиаде с филологическим дипломом. Конечно, нужно участвовать в Олимпиаде. Тем более с филологическим. Тем более с филологическим, поскольку знания филологии, русского языка, иностранных языков очень важны. Да. Это только приветствую. Будет кому наконец поправить мое косноязычие врожденное, значит, это тоже не поправить.
И еще один вопрос по поводу онлайн-курсов, которые могли бы быть засчитаны в качестве прохождения на заключительный этап. Но есть условие, что не менее двух курсов. Если у вас один, значит, одного не хватает, к сожалению. Все, что мы можем об этом сказать. Условия определены, не менее двух курсов. Какие там еще были? Тут есть у нас вопросы. Могут ли принимать участие в Олимпиаде выпускники специалитета? Анастасия, конечно, могут, и мы призываем вас принять участие в этой Олимпиаде. Олимпиада «Я профессионал» как раз в том числе и для вас. Да, еще раз, то есть никакие направления образования не могут быть, значит, границей или там барьером для того, чтобы принять участие в Олимпиаде. То есть любые специалитет, бакалавриат, магистратура любого направления, естественно, никак не ограничивает ваше участие в данной Олимпиаде. Вопрос по методическим материалам. Смотрите, сейчас, ребят, на сайте Олимпиады «Я профессионал» дана демоверсия. Я вас призываю пройти, такая возможность у вас есть, протестировать свои знания, посмотреть вопросы. Методическая комиссия, когда разрабатывала итоговые задания на отборочный этап, она жестко руководствовалась той структурой задания, которые были даны, представлены в демоверсии. Поэтому открытие для вас ни по типам заданий, ни по форме не будет. Главное, чтобы вы прошли и себя еще раз проверили. Естественно, когда перед проведением заключительного этапа методическая комиссия нужно будет представить разработанную демоверсию заключительного этапа состязания. Вы с этой демоверсией правильно нужно будет с ним ознакомиться, попытаться решить эту демоверсию. Пока демоверсия на сайте не представлена. В процессе разработки. Новый же новый вопрос. Можно ли узнать хотя бы несколько авторов, учебникам которых нужно подготовиться к Олимпиаде? Смотрите, на сегодняшний момент у нас практически нет такого четкого, базы данных по авторам, которые по коммуникационной тематике пишут. Еще раз сказал, самый доступный материал, доступный и прошедший фильтр государственного лицензирования и университетского лицензирования, это учебно-методические пособия. Это прежде всего касается, конечно, практикоориентированных вопросов по рекламной связи с общественностью. А все остальные книги или пособия, условно говоря, электронного или бумажного свойства, но я бы на вашем месте все-таки обращал внимание на классиков коммуникации, перевод прежде всего, или всех способов как-то обобщить опыт классиков коммуникации в отдельных изданиях. В принципе, это можно спокойно, значит, искать по ключевым словам, а при библиотеке университетской, то есть имеется в виду коммуникации. На сегодняшний взгляд я бы не стал брать на себя какую ответственность и, может быть, ранжировать авторов по значимости или качеству и предлагать вам такую картину. Проще просто посмотреть в собственной библиотеке. Сегодня очень много разных работ, которые так или иначе пытаются обобщить опыт коммуникативистов разных стран. Даже, собственно, в тех же методических пособиях очень часто основные теоретические труды коммунистов обычно перечислены, потому что пиар и реклама, они, собственно, произрастают из коммуникационных теорий последней столетия. Спасибо большое, Олег Николаевич. Сейчас смотрим
Еще вопросы. Как узнать результаты по пройденной демоверсии? Ну, результаты по демоверсии как узнать результаты по пройденной демоверсии? Вы проходите демоверсию, и, соответственно, машина автоматически просчитывает, сколько баллов вы получаете при прохождении. Это автоматическая проверка. Сохраняются ли годы для поступления по Олимпиаде, которые были по Вышкинской Олимпиаде в прошлом году? Вы имеете в виду олимпиадные льготы, которые предоставлялись победителям Олимпиады? Ну, естественно, Олимпиада для того и проводится, чтобы ребятам, которые студентам, которые набрали наибольшее количество баллов, показали самые лучшие выдающиеся достижения в олимпиадных состязаниях, им предоставить так называемые олимпиадные льготы. Льготы, связанные с поступлением на самые востребованные магистерские программы. Так, еще у нас здесь вопрос. Какие задания ждут участников в очном этапе? Уважаемые друзья, сейчас мы можем сказать одно, что работаем над обсуждением, над заданиями очного этапа в полном разгаре, обсуждение и с работодателями, и с профессиональными ассоциациями, входящими состав методической комиссии. Пока можем сказать одно, что задания будут практикоориентированные. Вот практикоориентированный характер мы старались обеспечить в заочном варианте, но в очном он будет на 100%. Возможно, кейсы. Так. Так, здесь сложный вопрос, можно ли позднее доказать верность сведенного ответа, сославшись на источники, например, можно ли сейчас преподнести этот вопрос или такой. Итак, наверное, этот вопрос многих будет интересовать. Уточните, пожалуйста, иногда вопрос требует в ответе набрать некоторые определения или понятия, которые имеют различные вариации. Но это тестовая система при окончательном прохождении заданий отборочного этапа. Машина будет считывать правильный ответ из того набора, которые дала методическая комиссия. Она достаточно широкий дала перечень с учетом регистра и возможных вариантов включения, определения того или иного термина. Ну а доказать верность введенного ответа, сославшись на источники, это отборочный этап, он не предполагает апелляции. Так, если я выпускник бакалавра рекламы связи с общественностью, выпустился в этом году, но не действующий студент, это означает, что я вне конкурса на Олимпиаде. Почему вы вне конкурса на Олимпиаде? Вы имеете право принять участие как выпускник бакалаврской программы, то есть принять участие в Олимпиаде для студентов 3-4 курса бакалавриата. Поэтому, Валерий, принимайте участие. Так, еще у меня поступают вопросы. Алин, вопросы в отборочном этапе методическая комиссия постаралась сделать, и на это ушло немало времени и очень много консультаций, обсуждений, чтобы ответы на них носили однозначный характер. Пожалуйста. Так, еще у нас вопросы.
Значит, если я стану победителем Олимпиады по направлению PR, это льгота дает поступление в ШЭ, или участник может выбрать другую гуманитарную специальность, которая имеет среди направлений Олимпиады. Ну, что касается льгот по программам, это определяет именно программы, академические программы, и если какая-то из гуманитарных программ, гуманитарной направленности академических программ посчитает, что победа или место призера в этой Олимпиаде гарантирует поступление, бесконкурсное поступление на эту программу, мы будем только рады. Но это решение не наше, это решение академических программ. Так, начать. Да? Спасибо. Какое количество заданий для бакалавриата необходимо выполнить верно, чтобы перейти в следующий тур? Мария, честно вам скажу, мы не считали. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, это 100 баллов. А далее все участники, не уже не потенциальные, а участники, которые прошли олимпиадные состязания, система посчитает количество набранных баллов, и все участники будут составлять такой рейтинг с баллами, и в зависимости от количества баллов набранных будет определяться, уже жюри будет определять количество участников баллов сечения для прохождения на второй тур. Если вам есть что-то еще сказать? Нет, ну, все правильно. Там выше был вопрос, нам какую-то ошибку указывали. Ну, надо посмотреть, сейчас перед собой демоверсиями сложно что-то комментировать. Так, дополнение по поводу демоверсии. Так, ну вот здесь идет спасибо за вот это замечание, да, за наблюдение для разработчиков этой системы, я имею в виду системы размещения заданий, платформы, тоже новая Олимпиада, мы передадим, что счетчик времени не останавливается. Но это специфика демоверсии. Я могу вам сказать, что само прохождение олимпиадного состязания рассчитано на час, на 60 минут. И, вероятно, счетчик времени не останавливается. Вы прошли просто это задание раньше, чем за 60 минут, ну, например, за 55 минут вы прошли или за 50 минут. И счетчик времени будет считать до 60 минут, и только после этого будет выдавать вам то количество баллов, которые вы набрали по прохождению состязания. Так, у нас пока вопросы перестали поступать. Ну что, дорогие друзья, ну мы еще ждем от вас вопросы. Вероятно, они появятся. Мы с своей стороны хотим вас еще раз ориентировать на демо-версию, еще раз себя проверить, может быть, еще как раз посмотреть и спокойно в течение часа пройти это состязание. Так вот, например, что когда кончается время, то просто сохраняются уже введенные ответы. Введенные ответы должны сохраняться и должен появляться результат. Если мой вам совет, есть на сайте обратно
имейлы организаторов, вы можете написать, если у вас что-то, какая-то проблема с прохождением, это технический вопрос, я думаю, вам они более точно ответят. Лучше это сделать до начала состязания. Очный тур будет проходить в конце января, это абсолютно точно. Когда появятся точные даты, я думаю, что в декабре они должны появиться точные даты, чтобы все могли планировать. Ребят, еще что касается заключительного этапа. По нашей, по Олимпиаде, по направлению рекламы и связи с общественностью, мы можем с точностью говорить о таких площадках проведения. Это площадка, естественно, Москва на Высшей школе экономики и на площадках наших вузов с организаторов Олимпиады. Будут точно проходить очные состязания. Кроме всего прочего, кроме состязаний, мы планируем вам вместе с нашими работодателями провести какие-то интересные мастер-классы. Ну, уже отвечала на вопрос, сколько времени будет длиться Олимпиада. Час, 60 минут. 60 минут у вас по времени, в течение которого вы можете ответить на все вопросы. И в случае, если у вас остается дополнительное, остается время, вы можете еще раз осуществить проверку этих вопросов. И если что-то вам покажется неправильным, у вас есть попытка еще раз изменить свой ответ на вопрос. Я, пожалуй, отвечу на вопрос. Я не вижу. Олеси, ведутся ли все дисциплины на программе магистратуры, ведутся ли все на русском языке, на английском? Я не знаю, желает ли Олеся изучать дисциплину на английском языке, из вопроса не очень-то понимаю. У нас регулярно, знаете, дело в том, что наши студенты, прежде всего, ориентированы... Желают. Ну да, вероятно, желают. Правильный ответ. Ну да, ну хорошо в целом. Я тоже желаю и изучал, но смотри, наши студенты ориентированы на... Рынок российский, прежде всего, они, в общем-то, сами по своему желанию ориентированы. Есть разные, но прежде всего. А поскольку программа на сильно-сильно практика ориентирована, и лучшие специалисты из области коммуникации работают значит, в нашей программе как представители российского рынка, то сохраняется некая вот все-таки неизбежность привязки к российскому рынку и к его терминологическому словарю, условно. Он, безусловно, в какой-то степени очень существенно часто дополняется английской лексикой, а английской терминологией. Это очень важно, потому что мы, Москва, Московская область, вообще российский коммуникационный бизнес очень сильно интегрирован в мировое пространство. Я сейчас тому масса свидетельств, и они количество и качественного свойства. Но, понимаете, Олесь, дело в том, что у нас регулярно, допустим, в этом году это первый год, когда у нас нет двух дисциплин на английском языке, есть только одна дисциплина на магистратуре. Всегда было там две, иногда три дисциплины на английском языке. Но я, честно, как руководитель программы, не вижу особой ценности в дисциплине на английском языке, поскольку весь процесс обучения у нас очень плотно завязан на изучении литературы на английском языке. То есть вся литература, которую мы изучаем, и которая потом оценивается и спрашивается преподавателями, она практически исключительно на английском сложном, профессиональном английском языке. Поэтому, учащиеся на нашей магистратуре, вы никуда английского языка не уйдете, вы его постигнете ровно в том объеме, который высокий профессиональный уровень специалистов по коммуникациям сегодня требует. Еще раз, все преподаватели практик, которые работают на программе, они сильно вовлечены в международный обмен профессиональный. И все обладают английской терминологией, лингвистикой. И еще последнее. Наши друзья, у нас большое количество вузов-партнеров, наших друзей, личных моих друзей, которые регулярно там гостят на программе, это Соединенные Штаты Америки, это Германия, в частности, это Нидерланды. Они у нас постоянно здесь. У нас работают на программе преподаватели, бывшие выпускники американских вузов. То есть мы в такой степени вовлечены в это, что нам, в общем-то, это английские
дисциплины на, там, условно, один модуль на 30 академических часов ничего не убавляет и не прибавляет. Мы живем этим языком, ровно как мы живем русским языком. Но в целом даем выбор нашим студентам ориентироваться ровно на тот рынок, на который они хотят ориентироваться. Еще раз, наша вся литература и Высшая школа экономики ее очень успешно обеспечивает. Это самый классный стандарт, написанный на английском языке. Ну так, я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, здесь поступил вопрос от участника из Казанского федерального университета. Вы сможете принять участие, не надо вам выезжать из Казани непосредственно на площадке Казанского федерального университета. Мы достигнут договоренность, что все вузы соорганизатора, а КФУ является вузом соорганизаторами, будут на своих площадках проводить олимпиадные состязания по направлению рекламы средств общественности. Поэтому, ну, если вы, конечно, решитесь и пожелаете приехать в Москву, мы будем рады вас видеть, и вы сможете также поучаствовать в наших мастер-классах. Лен, это я отвечаю участнику, который явно проблемы с прохождением демоверсии. Спасибо вам большое. Значит, мы будем связываться с организаторами, с технической поддержкой, чтобы они проверили, что же там на самом деле происходит. Возможно, какой-то сбой. Спасибо, Олеся. Спасибо. Спасибо. Я Олеся благодарю. Были первыми ответами. У вас хороший вкус. Какое количество у нас были вопросы? Думаю, на все вопросы ответили. Ну что, дорогие друзья, по-моему, мы ответили. Там что, добрый вечер, не знаю, что там. Это мы отвечали на онлайн-курс, но мы ответили. Ребят, ну что, дорогие друзья, спасибо. Если вопросов у нас к нам от участников больше нет, мы можем только... Как мы только говорим о том, что... Так, тоже хотелось бы узнать о программе «Двойной диплом». Но на нашей магистратуре, в частности, в нашей магистратуре программ «Двойной диплом» нет. Честно признаюсь, мы в настоящее время не стремимся к этому, хотя еще раз так говорю. Мысли такие есть, и просто, вы знаете, для меня вот в настоящий момент важнее Олимпиада «Я профессионал». И возможность дать нашим, значит, студентам вообще возможность учиться на программе, возможность участвовать с нами в решении олимпиадных заданий, возможность быть включенными. И поэтому программа пытается все-таки быть инклюзивной, прежде всего, внутри страны. А в настоящий момент у нас просто очень плотные связи. Вы это увидите. Вы даже, в общем-то, если обучаетесь на нашей программе, вы можете выбрать себе научным руководителем. А у вас будет выбор среди ведущих профессоров, там, прочих американских, ну, прежде всего, немецких, потому что мое прошлое, оно у нас к немецкому рынку коммуникационного сильно привязало, который один из лучших в Европе. И тем не менее, такие возможности остаются. И это все на фоне того, что Высшая школа экономики, как один из самых, ну, один из интегрированных вузов международное академическое пространство, наделяет наших выпускников прочими отличиями. Но, может быть, сегодня еще не двойной диплом. Но будем работать в этом направлении еще. Что там будет? Да. Наверное, другая тематика, но... Окей. Так. Ну что, мы, конечно, готовы еще отвечать, ждать вопросов от наших участников, потенциальных участников. Я, Анастасия, спасибо большое. Уж не знаю, как мы замотивировали, но мы хотим, чтобы вас демоверсия не испугала. Демоверсия, она вас должна просто подготовить, чтобы вы понимали формат вопросов, примерное количество по каждому из профилей вопросов, и смогли
нормально подготовиться. Наши разработчики, члены методической комиссии, очень старались сделать Олимпиаду интересной, чтобы вы, вне зависимости от результатов, нам захотелось потом заглянуть и найти правильные ответы на те вопросы, которые, например, вызвали вас затруднения. Уверена, ответ на эти вопросы будет то самое сегодня востребовано. Спасибо. Спасибо, ребят, всем за участие. Спасибо. Удачи. Да, добро пожаловать. Ждем всех на первый тур, отборочный тур, который уже совсем-совсем скоро. Пожалуйста. Прекрасно. Вот этот прекрасный спектакль.